Диссертация по некромагии. Автор Елизавета Соболянская. Инталия фон Майер была талантливой студенткой. Своей будущей профессии она посвящала все свободное время. Магическая медицина, основанная на силах света. Вот к чему стремилась девушка. Она не понаслышке знала, что творит с солдатами Черная степь. Ее отец руководил одним из пограничных гарнизонов, где Инта провела детство. Свою курсовую работу она посвятила исследованиям очищения и заживления ран. Результатами делиться ни с кем не собиралась. Ее наработки уже однажды украл нечистый на руку научный руководитель. Так что Инта ревностно относилась к любым посягательствам на свои изыскания. Тем не менее, когда профессор Карпус предложил совместное исследование с некромантом, студентка согласилась. Еще бы! Знаменитость Академии – аспирант Рикшавер Цойер, работающий в области некромагии. Идея создания протезов из живых костей и плоти пришлась Инталии по вкусу. Отправляясь на дальний полигон для практических экспериментов, девушка не могла избавиться от предчувствия, что совместная работа с Рикшавером свалилась на нее не просто так. Чего он хочет от нее на самом деле? Украсть идеи? Завладеть ее сердцем или даже жизнью? И почему у нее такое чувство, будто они уже когда-то встречались? Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.